смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Внимательно выслушать и помочь. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провел прямую телефонную линию. Беларусь помнит, наш регион на этой неделе встретил участников молодежного марафона 75. Слово – самое сильное оружие. В Гомеле чествовали лучших журналистов области. Путевка в лето. Об организации оздоровления и санаторно-курортного лечения. Интервью в программе. Все подробности этих и других событий в ближайшие 26 минут. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко на этой неделе провел прямую телефонную линию с жителями региона. 37 обращений за 2 часа. Работать приходилось в режиме нон-стоп. Кроме гомельчан, активно звонили жители Хойник и Добруша. Причем люди не только озвучивали проблемы, но и выражали благодарность за меры, которые были приняты по итогам предыдущих линий. Так жители Гомельской Костюковки отметили изменения в качестве дорожного покрытия и питьевой водопроводной воды. Из Лоевского района поблагодарили за поддержку в развитии агротуризма. Когда видишь отдачу, видишь благодарность людей за те работы, за те мероприятия, которые проводит исполнительная власть, да, для решения тех или иных проблем граждан, хочется делать еще больше. Конечно, мы привыкли, что больше жалуются, больше просят, но когда есть звонки благодарности, это вдвойне приятно. Что касается озвученных проблем, то их можно назвать традиционными. Ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий и наведение порядка на водоемах. Несколько граждан пожаловались на своих родных и соседей, ведущих асоциальный образ жизни. Обращения в различные инстанции положительного эффекта не дали. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко обещает, в ближайшие дни на место выйдут комиссии, которые изучат ситуацию и примут необходимые решения. Фактически мы из 37 вопросов 30 решим буквально сразу. Они объективны, они имеют место, они не проблемные, но решаемы абсолютно, без больших капитальных вложений. Здесь просто нужен хозяйский подход. В Минске стартовало самое яркое спортивное событие года – вторые Европейские игры. В течение 10 дней свыше 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Подробнее об этом, а также других важных событиях недели в обзоре от службы информации. Идея церемонии открытия вторых Европейских игр – рассказать всему миру о Беларуси и ее истории. Для этого использовали технологию дополнительной реальности и задействовали более 1300 человек. В Гомеле прямая трансляция церемонии проходила на фан-зоне у Ледового дворца. На огромном экране размером 4 на 7 метров можно будет следить за спортивными баталиями до 30 июня. В программе Европеады соревнования по 15 видам спорта. При этом в составе белорусской команды выступает 30 гомельчан. Фан-зона будет работать поздние часы, поэтому для удобства болельщиков появятся дополнительные вечерние рейсы общественного транспорта. За вкусную еду отвечает фудкорт, за праздничную атмосферу – лучшие творческие коллективы Гомельщины. Присоединяйтесь и вы к ярким победам. Расскажут о вторых Европейских играх и туристическом потенциале региона. В фойе железнодорожного вокзала Гомеля открылся туристско-информационный центр. До 30 июня ежедневно с 9 утра до 18 вечера будут работать волонтеры. Пассажиров и болельщиков Евроигр они познакомят не только с расписанием спортивных соревнований, но и с достопримечательностями Гомельщины. В буклетах вся самая интересная информация об агроусадьбах, культурных объектах и местах отдыха. Кстати, к Евроиграм телерадиокомпания «Гомель» приурочила фотоконкурс «Моя любимая фан-зона». Стать участником может каждый. Для этого необходимо присылать свои снимки из фан-зоны на адрес электронной почты. Фотоконкурс игры @tvrgomel.by. Авторы лучших фотографий получат призы. Узнать больше о конкурсе можно на сайте телерадиокомпании «Гомель». До начала уборочной кампании автопарки хозяйств Гомельской области пополнят почти полсотни современных зерноуборочных машин. Техника приобретена на средства областного бюджета. Среди закупленных есть и классика, и комбайны нового поколения, работающие на газовом топливе. Оно более экологичное и экономически выгодное.
Задействовать все имеющиеся резервы для обеспечения роста промышленного производства. Такую задачу поставил перед руководителями промышленного комплекса «Гомель» и ответственными службами на заседании председатель горосполкома Петр Кириченко. Он обратил внимание, что в целом в экономике и промышленности города выполняются основные и дополнительные показатели. Однако есть вопросы, требующие решения. Это, в частности, индекс физического объема промпроизводства, остатки готовой продукции на складах. В регионе формируются списки желающих провести водоснабжение к домовладению. Об этом сообщил гендиректор областного ЖКХ Дмитрий Сгурский. Принимаются коллективные и индивидуальные заявки. Списки будут формироваться в зависимости от количества абонентов, готовых присоединиться и подключиться к данным сетям. После согласования проекта и необходимых на его реализацию средств, водоснабжающие организации приступят к строительству. В области прошли мероприятия, посвященные Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В Гомеле митинг «Реквием» провели на площади труда. У Вечного огня собрались ветераны, представители власти и общественных организаций, а также все те, кто решил отдать дань памяти жертвам самой страшной войны 20 века. Участники митинга возложили цветы к братской могиле советским воинам и подпольщикам и почтили память погибших минутой молчания. После всех пригласили в кинотеатр имени Калинина на просмотр новой драмы «Спасти Ленинград». В сквере имени Громыко воспитанники детских школ искусств организовали концерт «Реквием» с песнями военных лет и лирическими композициями. В 2019-м, в год знаковых для страны юбилейных дат, с особым размахом проходит по-настоящему народный проект, идущий от души и сердца «Беларусь помнит». В преддверии 75-й годовщины освобождения страны от нацистских захватчиков наш телеканал дал старт новому циклу материалов. На этой неделе наши журналисты стали участниками республиканской молодежной акции, а также поинтересовались некоторыми подробностями предстоящего празднования в Гомеле Дня независимости. В Гомеле республиканская молодежная акция «Беларусь помнит» начинается на Аллее Героев. Это действительно знаковое для гомельчан место. Еще до Великой Отечественной здесь хоронили героев борьбы с бандитизмом неспокойных 20-х годов. После окончания войны красноармейцев, погибших при освобождении города, несколько лет назад памятник реконструировали, переведя его в статус мемориального комплекса. Нынешняя молодежь помнит о своих героях. И марафон 75 – еще одно тому подтверждение. В продолжение патриотической темы – представление регионального полотнища «Беларусь помнит» с фамилиями уроженцев Гомельской области, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Во время его создания активисты БРСМ не просто составляли списки, изучали биографии людей, которых можно без преувеличения назвать гордостью Беларуси. Итогом нашей акции, нашего марафона станет создание национального альбома памяти «Родные лица Победы» и полотнище освобождения. Полотнище пронесут 3 июля во время праздничных мероприятий по проспекту Независимости. И оно будет передано Музею истории Великой Отечественной войны. Павел Шпетный из деревни Гдень Брагинского района. Алексей Терешков из деревни Корма Добрского. Алексей Козлов из Лоева. На региональном полотнище «Беларусь помнит» 111 фамилий. В том числе гомельчан, героев Советского Союза, братьев Александра и Петра Лизюковых. В этом списке мог бы быть еще и Евгений Лизюков, также представленный к званию героя, однако не получивший этой награды. В Гомеле о своих знаменитых земляках помнили всегда. Экспозиции краеведческой после войны, когда была сделана во дворце Паскевичей, в общем-то, там уже были материалы, собранные о братьях Лизюковых. Собственно, ну, в Советском Союзе было 12 семей, из которых вышло по два героя Советского Союза. В честь братьев Лизюковых названа одна из гомельских улиц. В день празднования Дня независимости Беларуси в городе планируют открыть еще и памятник знаменитым землякам. Его установят на пересечении проспекта Победы и площади Победы. Заказ облсполкома выполнил известный гомельский скульптор Валерий Кондратенко. Тема Великой Отечественной для него не новая. Он автор мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион» в Светлогорском районе, памятных комплексов в городском поселке Лоев и деревне Чонки Гомельского района. Над проектом памятника скульптор работал с 2015 года. За это время было сделано 5 вариантов. Областной музей военной славы предоставил находящиеся в его фондах фотографии братьев Лизюковых. Один проект это сделать для братьев Лизюковых. Это одно пространство. Победа – это другое пространство, другая архитектура. Ну, так что было сделано, по-моему, 4 или 5 вариантов.
Open-air – фестиваль на открытом воздухе. Проводится везде, куда приезжают участники республиканского молодежного марафона «Беларусь помнит». Хотя в каждом городе он имеет свои особенности. В Гомеле студенты местных вузов и одновременно волонтеры движения «Доброе сердце» предлагают сделать открытку и отправить ее своим родным. Если в семье есть ветераны Великой Отечественной – им, если нет – поздравить с Днем Независимости и Днем Победы мать, отца, дедушку или бабушку. Мы просто предлагаем сделать открытки, какие-нибудь пожелания, потому что это очень значимое событие для нас. И детки могут своим родителям подарить, бабушкам, дедушкам, если у них еще есть прабабушки и прадедушки, тоже им, ну, чтобы как-то порадовать людей. Мы предлагаем какие-то всевозможные цветную бумагу, картон, вышиванки, такие можно браслетик сделать. Программу марафона в Гомеле разрабатывали таким образом, чтобы интересно было всем участникам. Здесь и выставка военной техники, и экспозиция, посвященная солдатам минувших лет. Рядом викторина «Знаешь ли ты воинские звания?» Какие погоны носили на своих плечах солдаты и офицеры Красной Армии? На этот вопрос правильно отвечает большинство участников игры. Принимают и маленькие, и взрослые, как правило, мужчины правильно отгадывают, девушки сомневаются, хотя у нас уже была девушка, которая за минуту разложила все звания без одной ошибки. Задача мобильной цифровой лаборатории – формирование национального альбома памяти «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Вклад в его создание могут внести все желающие. Достаточно иметь при себе фото родственника участника войны и знать его биографические данные. Годы жизни, воинское звание, место службы. Интересные факты из воинской жизни. Открытый диалог «Беларусь помнит» также проходит по всему маршруту марафона. Среди его задач – обмен опытом патриотической работы с молодежью. Непосредственно в Гомельской области в этом году запланировано открытие памятного знака жертвам фашизма в Лельчицах и проведение посвященного событиям Великой Отечественной межрайонного молодежного турслета в Жлобине при одновременном продолжении мероприятий, уже успевших зарекомендовать себя с лучшей стороны, например, исторических квестов. Мы понимаем, что нужно найти оптимальные точки соприкосновения с молодежью, как донести эту информацию. Суть квестов такая, что они, проходя задания, посещают места боевой славы, которые находятся у них в районе. Потому что зачастую даже молодой человек, живя в том или ином районе, к сожалению, не все знают такие памятники или захоронения. Но благодаря этим квестам он посещает все их, и на каждом из них проводится возложение. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Валерий Гопанько. Новости недели. Лучшие в медиапространстве. В общественно-культурном центре наградили победителей областного соревнования среди журналистов по итогам 2018 года. Дипломы получили редакции газет, организации телевидения и радио, персонально журналисты. О лучших представителях СМИ Гомельщины сюжет Марины Джалой. Самых-самых определяли в 5 номинациях. Лучшей организацией телевидения и радио стало Гомельское городское радио 107.4 FM. Далее ведущие озвучили победителей в номинации «Лучший журналист организации телевидения и радио». Третье место у главного режиссера Гомельского городского радио Павла Шукевича. Второе отправилось в эту же организацию. Его получила Елена Лагунова, начальник отдела радиовещания. И, наконец, победная первая у нашей коллеги, автора и ведущей всем знакомых программ «Размовляем по-белоруску», «Дела семейные» и Елены Троценко. Победное место журналистка получила в том числе и за цикл программ «Добрый вечер, Гомель», посвященный малой родине. Тема «Малая родима», яна цікавая заўсёды. И была цікавая, и будзе, и ёсць цікавая. И, поверьте, шмат людей, яким ёсць что сказать и про справы, якія робяць яны дзеля малой родимы, и про те творы, якія присвящаются малой родиме. И шмат людей, якія хотели бы выказаться, просто выказаться про свою малую родиму, про своих, скажем так, продков. В номинации «Лучший фотокорреспондент» дипломом третьей степени наградили журналиста Будокошелевской газеты «Авангард» Ирину Палубец. На второй ступеньке – заведующий отделом фотоиллюстрации газеты «Гомельская правда» Олег Белоусов. Абсолютная победа досталась Сергею Холодилину, собственному корреспонденту Белорусского телеграфного агентства по Гомельской области. Сделал выставку персональную о сохранении белорусского нематериального наследия. Эта выставка экспонировалась в Беларуси, в Гомеле, а потом в Италии. И вот там
она произвела очень такой большой фурор, которого я, честно, не ожидал. Народу интересно наше народное творчество, наше мастерство, наш фольклор, наши танцы. И выставка имела большой успех. Это было очень яркое событие в моей жизни. Лучшими печатными изданиями стали редакции газет «Чичерский вестник», «Гомельские ведомости» и обладатель первого места «Речицкая газета «Днепровец». Когда меня спрашивают, что надо делать, я всегда говорю, читайте Пушкина. Он замечательно сказал: «И долго буду тем, любезен народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот если будут добрые чувства, что в газете, что в телевидении, что в интернете, что в радио, у нас обязательно будет свой читатель. Искательные и благодарные. Это не все номинации и победители. С каждым годом медиапространство региона растет и совершенствуется. Печатные СМИ активнее выходят в интернет. Растет количество и отдельных информационных интернет-ресурсов. У каждого представителя масс-медиа свои цели и своя аудитория. Приятно отметить, что хоть наш конкурс для многих стал уже традиционным ежегодным, но каждый год прибавляются новые участники. Вот. Если раньше у нас, скажем так, традиционно очень хорошо участвовали наши основные государственные редакции, то сейчас уже у нас подключились и ведомственные. Присылаются работы, которые, ну, почти что находятся на хорошем конкурентном уровне с нашими районными редакциями. Поэтому было на что смотреть, было из чего выбирать. Как прозвучало во время церемонии награждения, для журналистов настоящая проверка на профессионализм – отражение самых значимых политических и культурных событий, когда компетентность, скорость, умение делать правильные акценты определяют то, как информацию в конечном итоге воспримут и оценят люди – слушатели, читатели, зрители. И важно, чтобы в масс-медиа приходили работать только те, кто без этого дела не представляет своей жизни. Марина Джалая, Валерия Гопанько, «Новости недели». Дотации на отдых. Ежегодно государство тратит немалые суммы на оздоровление и санаторно-курортное лечение белорусов, тех, кто в этом действительно нуждается. Так, только в прошлом году такого рода льготные путевки получили более 82 тысяч жителей Гомельщины. В разгар отпускной кампании наше большое воскресное интервью с начальником представительства областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василием Зубцом. Василий Николаевич, какое количество желающих в прошлом году, 2018, получило возможность льготно оздоровиться? 82 тысячи, чуть более чем 82 тысячи жителей Гомельской области получили санаторно-курортное лечение, оздоровление при поддержке Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Подчеркнем, речь идет только о льготных путевках, где государство оплачивает полную стоимость того самого оздоровления или частичную. Понятно, наверное, что лето – это самая популярная и самая желаемая пора для отдыха и оздоровления. Как удается балансировать между пожеланиями и реальностью? Да, действительно, путевки, которые приобретает Республиканский центр, он приобретает здравница. Здравница функционирует на протяжении всего года, с 1 января по 31 декабря. Соответственно, и путевки равномерно распределяются на весь период функционирования здравницы. И действительно, всех оздоровить в летний период не получается. Но и предпочтения тоже разные бывают. Определенные категории граждан, в частности, неработающие пенсионеры, в летний период заняты на приусадьбе, садебных участках, и они предпочитают получить санаторно-курортное лечение в межсезонный период. Некоторые по финансовой составляющей выбирают межсезонный период, потому что в этот период частичная доплата до стоимости путевки значительно ниже. Вот, кстати, о тех самых льготах. Государство, я уже говорил, погашает либо полную стоимость, либо частично погашает стоимость оздоровления. От чего это зависит? Действительно, государство оплачивает полную стоимость путевок, если это касается несовершеннолетних детей, то есть все дети, которым показано санаторно-курортное лечение, получают его бесплатно. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета, направленных на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, приобретаются путевки для детей, проживающих на таких территориях, либо обучающихся на таких территориях, тоже полностью оплачивается стоимость путевки, как санаторно-курортное лечение, так и оздоровление. Кроме того, сопровождающие педагоги, которые едут в составе организованных групп с детьми,
Также приобретаются для них путевки тоже бесплатно, но без санаторно-курортного лечения, только проживание и питание. Кроме детей, бесплатно имеют право на получение санаторно-курортного лечения ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие инвалиды первой и второй группы, лица, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, приобретавшие инвалидность в результате этого, и еще значительное количество различных категорий граждан. Понятно, что за моими вопросами последует еще ряд вопросов от зрителей. Где можно получить ответ на них? И в первую очередь, кто имеет право на те самые льготные путевки? Для того, чтобы получить полную информацию о возможности получить льготы на санаторно-курортное лечение, необходимо обратиться к нам в представительство. Телефоны доступны в сети интернет. Я могу назвать 32 96 18. И специалисты компетентно расскажут о всех аспектах санаторно-курортного лечения с поддержкой государства. И врач по месту жительства, я так понимаю, тоже может дать совет, ведь речь о, в первую очередь, медицинских показаниях. Да, значит, для граждан, которые нуждаются в санаторно-курортном лечении, в первую очередь необходимо обратиться к своему лечащему врачу. Врач посмотрит, оценит состояние здоровья и документально подтвердит вашу нуждаемость в санаторно-курортном лечении. Этим документом вы приходите к нам, документами, подтверждающие ваше право на льготу, становитесь на учет у нашего специалиста, и по мере наступления вашей очередности мы будем предлагать возможные варианты вашего санаторно-курортного лечения. На какой период чаще всего эта очередь может растянуться? Несовершеннолетние дети, проживающие на территории, подвергнувшейся радиоактивному загрязнению, имеют право ежегодно в календарном году не менее одного месяца получить санаторно-курортное лечение и оздоровление. Есть категории граждан, которые имеют право в первоочередном порядке получать санаторно-курортное лечение. Это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. Они у нас на постоянном учете. И если они не воспользовались своим правом, то они могут получить компенсацию за неиспользованное оздоровление. Есть категории граждан, в частности, инвалиды первой и второй группы. Они получают бесплатно санаторно-курортное лечение один раз, не чаще, чем в два года. Василий Николаевич, спасибо за интервью. Успехов в делах. И пусть это лето принесет только хорошие эмоции всем нам. Спасибо. В Большом театре Беларуси в эти дни проходит 6-й фестиваль «Балетное лето». В течение недели зрители могут увидеть выступления артистов Мариинского театра и труппы «Киев Модерн Балет». На гала-концерте 28 июня к ним присоединятся звезды мирового балета из Великобритании, Канады и Бразилии. Тем временем Гомельский областной драматический театр представил свою последнюю премьеру этого сезона. Подробнее о ней и других культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. В 4 веке до нашей эры в греческом городе Эфесе базарный торговец Герострат сжег храм Артемиды. Мастера строили это здание 120 лет, и оно входило в число 7 чудес света. Храм должен был простоять тысячелетия, если бы не один тщеславный человек. Поразмышлять на тему зла и прощения и сделать свои выводы предлагают создатели спектакля «Забыть Герострата». Спектакль поставил режиссер, который уже давно связан с Гомельским театром. Во второй половине 70-х годов Вячеслав Крючков служил здесь главным режиссером и создал немало постановок, о которых до сих пор вспоминают зрители старшего поколения. Одним из таких спектаклей и была постановка «Забыть Герострата». Так что нынешняя премьера – своеобразная дань памяти богатому историческому прошлому театра. Роли исполняют народная артистка Беларуси Людмила Корхова, заслуженный артист Юрий Фейгин, артисты Александр Лавринович, Анастасия Задорина, Алексей Бочков, Владислав Карака и другие. Постановку приурочили к 80-летию драмтеатра, которое будет отмечаться в декабре этого года. Глубина души народной. В Гомельском областном центре народного творчества открылась выставка национальных костюмов жителей Полесья 19-20 веков. Повседневные праздничные комплекты прибыли в областной центр из Прутковского сельского дома культуры. В экспозиции 15 образцов женской и мужской одежды. Особенность прутковского строя – белые фартуки и рубашки, расшитые цветной гладью. В орнаментах преобладают растительные мотивы – цветы, листья роз, ягоды и листья калины. Так украшали не только женскую одежду, но и мужские рубашки. –
При этом каждая вышивка имела особый смысл. Узнать семантику орнаментов и узоров прудковского строя можно до 17 июля. В Российском центре науки и культуры открылась выставка фотографий из Музея обороны и блокады Ленинграда. Экспозиция под названием «И музы устояли» – это фотографии людей, которые пережили блокаду. Снимки посвящены работе творческой интеллигенции – артистов, музыкантов и литераторов в условиях осажденного Ленинграда. Посетители увидят, как горожане сохраняли памятники и давали жизнь новым творениям в искусстве. Выставка приурочена ко Дню памяти и скорби, памятной дате, которая ежегодно отмечается 22 июня. Далее анонс культурных событий следующей недели. Известный сюжет о девушке-сироте Джейн Эйр по мотивам романа английской писательницы Шарлотты Бронте покажут на сцене Дворца культуры железнодорожников. Яркий и динамичный мюзикл исполнят артисты Белорусского государственного академического музыкального театра. Над постановкой работали композитор Ким Брейдбург и поэт Карен Кавалерян. «Моя вторая родина» – совместный проект презентует эстрадно-симфонический оркестр имени Юрия Василевского, английский писатель Найджел Робертс и фольклорный ансамбль славянской песни. Фильм-концерт можно будет увидеть в Светлогорском ДК энергетиков и Гомельском колледже искусств имени Соколовского. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.